Всем привет! Сегодня мы будем слушать Макан. Трек называется «Гири». Гири? Друзья мои, вот буквально 5 секунд назад ожил Рутуб, поэтому, если что, туда мы тоже все выкладываем. Напоминаю вам также, что я написала книгу, которая есть на Литрес. Ссылка будет под этим видео. Заходите, скачивайте, делитесь с друзьями, с родителями, потому что это книжка про наше поколение. И надеюсь, что она вам понравится. Итак, погнали. Тебя тянут к одну гири, бери. Если нету сердца, мобири, не звони потом по ночам, я. Мне уже будет нечем тебе отвечать, я. Гири, тебя тянут к одну гири, бери. Если нету сердца, мобири, не звони потом по ночам, я. Мне уже будет нечем тебе отвечать, я. You feel it good, я. Никаких чувств, я. Сердце на минус, но минус на минус плюс, я. Ты всем сказала, я больше не влюблюсь, я. Никому не веришь, да я сам тут не клянусь. А ты ходишь к врачам, а ты веришь свечам. Все на осознанных щах, но как все плачешь по ночам, я. Под тобой бимер, дом на Новой Риге, настали первый, но ты ловишь с него триггер, я. Я гири, тебя тянут к одну гири, бери. Если нету сердца, моя бери, не звони потом по ночам, я. Мне уже будет нечем тебе отвечать, я. Я гири, тебя тянут к одну гири, бери. Если нету сердца, моя бери, не звони потом по ночам, я. Мне уже будет нечем тебе отвечать, я. Ну чё, WhatsApp, чё поменяла WhatsApp? Все фотки на пол лица, рядом пацан, вы в пьяни его отца, хата в хромовниках. У тебя нет проблем, инкор на абонемент, бутики тебе берут в плен. Он лучше всех упакованный манекен, я. Всё, как ты мечтала, ты Барби, он тупой Кен, под тобой бимер, дом на Новой Риге, настали первый, но ты ловишь с него триггер, я. И снова гири, тебя тянут к одну гири, бери. Если нету сердца, моя бери, не звони потом по ночам, я. Мне же будет нечем тебе отвечать, я. Я гири, тебя тянут к одну гири, бери. Если нету сердца, моя бери, не звони потом по ночам, я. Мне уже будет нечем тебе отвечать, я. Вот, знаете, такая песенка какая-то чисто мужская получилась, вот такая, об отношении. Мне, конечно, такой стиль не очень нравится, но в этом стиле, вот именно здесь, было что-то такое немножко не такое, ну, более оригинальное, чем всегда. Вот мне вот это, я говорю, вот этот стиль обкуренного молодого человека, вот я не очень люблю. Но здесь, когда вот этот стиль, он какой-то однотипный, а здесь было вот что-то, какая-то мелодия добавлена или что-то. Ну, в общем, как-то мне, я не могу сказать, что мне это сильно понравилось, но это было необычнее, чем всегда. Вот так я бы сказала. Поэтому, ну вот за оригинальность, за то, что, в общем-то, было понятно, что это про любовь, и за его точку зрения оценила. Поэтому, наверное, ну четверочку, наверное, из 5 поставлю. Всем пока!